Ты мне в ПМ некрасиво базаришь. Так, я спросил нормально. Хуя нормально. Эй, гусь, ты ебать. Это ты маме сейчас нормально скажи, дуринка. Ну и ладно, все, я обиделся. Поговорите. Развлекайте. Еще Лока звонили? Взяли Лока ради шкафа, чисто. 24. Победа. А чей это Лок? Это чей-то твинк. Чамана нашего. Может. А, ну похилан там фул, все. Ладно. Мэтт Фоксис, ты здесь? Давай его суманем быстро, прям на камне. Что так больно? Уже 22. А кто в итоге осколки фармит? Должен был мифик, но я буду фармить. Ну, я знаю, что он был мифик, в итоге фармишь. Может, вы мифику как-то позвоните? Ну, там жена приехала. Он залетит. Там жена приехала, он не играет, когда жена дома. А, да? Ну, он же говорил. Я думал, тебе неделю. Скажет, и все. Не, он же говорит, что когда жена дома, значит, он не играет. Сразу компьютер прячет, блядь. Да, 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 под подушку. Да, это жестко. Нет, баф закончился. Ой. А что если танки здесь? Может, давайте пойдемте почистим? Да, го. Ну что, я, короче, всем каски бафу. Лок, как ты, хочешь. Ты все еще не установил поле. Тут у тебя особо прибавки ДПС не будет, но как хочешь. Где мне? А есть у кого-то масса РТДшная? Есть. Есть, есть. Че, вы двоих малов будем бить? Ну, знает, что они больше не агрят. Я давай скучу. Что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. С какого трая или чего убили? Опа. С трая пятого, наверное, где-то. Не, почему ну, пятый? С третьего, все правильно, с третьего. Надо сыграть тебя. Скрепите свои
Ну, с третьего убили. Там, получается, все правильно, да. На первом трае что было. Йог, заезд готовы. Ачивка есть. Он еще будет переапано, все. Джайна еще не убитая, РС тоже. Че, на маге нету ачивки? Нет смысла идти в ЗС. Ну как, тоже ничего не люблю, ничего не люблю, так что что-то нет смысла. Смысл есть, и ачивка есть. Красота. У меня нет на маге ачивки. А зачем тебе на маге? Ты же магом не хилишь. Я ракетой хилю. Это за хил не считается. В смысле, это знаешь, так-то по 30... Раз фиг знает сколько это за хил минуту. Можно вопрос написать, пока деф танка скидывать. Ну, ты раз в минуту, когда у нас танки будут только просаживаться, тогда без проблем. А он есть холи ДЦ, я в него верю. Мне бы твой оптимизм. Не в обиду холи ДЦ, если что. Обидно. Не, вчера ж... Там три классные лежат хиллская. Туда можно ходить только за одной хиллской трини. Там прямо она топовая. Сережка. Какой сережка? Ну там сережка с этого... С кого? Со слепца, по-моему? Ну кто? Ну, в ЗС. Сережка лежит. Что за сережка? Ну, тринька на хилл. Друг твой? Что такое Сережка? Ой, это душнило. Просто душнило. Друг, Сережка. Друг? Ты скажи друг. Какой? Сережка, на память Сережка. Просто приходил Сережка. Поиграли мы немножко. Друг, сейчас он придет. Друг? Друг. Друг Серега. А, ну дай бог здоровья. У кого там ты-ты-дынь? То всем же. Мы попробуем подлететь к стене цитадели и... Да, это я. Ждать вас там. Да, это он. Я ж, ебать, в радиорубке сижу. Радио Гачи. Ай, уйди нахуй. Сейчас еще на пулю в тебя вообще будет. Завалю грех. Видел такой ник? Это я. Понял, грека, руку в реку, видит грека, в руки рак. Понял. Мелочь, а приятно. Ой, ты чё, ебанулся? Обитель господина! Шарат, шарат. Ой, у нас появился протвор. Войда здесь нет. Девочка воин. Это Рохан? Про неё? Ага. Я помню мультик «Девочка-робот». Девочка-воин. Это класс. Девочка-воин. Масло на СПД. На врэп. Если есть у кого. Кого тебе, блядь? Масло на СПД. Могу поменять на гиль... На... Не на гиль, на АПшное. Подожди, а где ты? Ну-ка, выйди. Ну-ка, вот сюда подойди. Вот смотри. В сторону ребра перейдешь расовую, да? Ну, за ней я тестану просто. Вот я дам тебе масло. Что, он тебе пинча под фраку даст? Ну, за ней расово. Хорош. На яйца чисто. Динтика. Ой, какое это? Синтека.
Этот, который? Бичиха. Ну, такой, да, бич. Сектант? Многоногом. Короче, мне нужна на мага... Ой, на этого. Напала шея и плащ. Но. Экстренно, экстренно. Причем, потому что... Я с тобой вообще не разговариваю, зачем ты мне мочишь? Пацаны... Да у него рот занят, типа, не можно говорить, мочит. Типа, в 24 тела пойдем или как? Ну пока да, где фокус? Тогда этот... я тоже на тебя обиделся. Чел. Не в 24, ну с хурюков. Какой квест был? На этом, на этом. Какой-то, мы сами не знаем. 25-ка, какой квест? Какой чума, по-моему. Болезненная задача. Чума? Чума! Чувак! Короче, я ауру сосредоточения поставил. Ну ты, бля. Замутать вас всех, чтобы вы не пиздели. Нахуя вы кричите шепотом, это пиздец? Кричите шепотом? Сядь же, не русский. По-французски, блядь, или по-немецки. Ой, давай готовность погнали. Ну, чё же, чё титьки мне? Я справа стану, тут слева встаньте. Водите. СМУ поставьте. Сколько танков? Баблдэм, командуй. Танков три. У нас два Мишки и Рохан. Два Мишки и Рохан? Да. О, сюда, тело. Давайте Мишка, который второй Мишка, где он? Не вижу второго. От одного вижу, это звездочка, а второй? Второй это Патрисия? Да. Что-то худенький какой-то Мишка. Залезь в медведя, чтобы посмотреть, что там у тебя по какой еще. Пока вообще не в медведя, он в коте. В смысле? Я видел твою Мишку, заломание. Налился ты уже. А все. Там еще у нас то Рохан, у нас танк, да? Там, что там? Да, и Рохан. 32. Там камни надо тебе. А, ну, в принципе. Три танка надо, да? Ага, три надо, да. 52 к хп. Это под бафом 52? Дайте, я, короче, всем каски бафую там, если что. Остальные там как хотите. Потому что у меня нету этого Holy Power, я всем каски дам. Ну там уже MP5, вот это вот все. Херобору пробафаете. Шаманы. Короче, скидываемся на микрофон Биг Дэма, блять. Получается. Я Вилани тоже. Что, блять? Ну, мне что-то. Пиздец, ты там без какой-то. Комнаты, блядь, соседний говоришь. Шо, ху? Сейчас я чекаю. Подожди. Кто там надо рубать? А ну, чё, говорит, дайте... команду, ни ассисты нихуя не дали, говорит, команду, блядь. Да все, у меня нормально с микрофоном. Даже человека не могу, короче, перекинуть. Он, блядь, сыт, тебе в уши сидит. Да себе. Я понял, блядь. Ну, сейчас получше. До этого было тихо. Он просто отодвинут был. Ты жуй, глотай лучше. Иди нахуй. Пена, блядь. Все, короче, давай, пена. Кто у нас? Тихо, пенка. Ну, ушастик, давай, Катрисия, ты, наверное, шаришь, ты танчишь, а остальные там просто рядом стоят, все в одной точке. Готов. А что там здесь будет, блядь? Нет, не будет, Войт не готов там, Хорюк не готов, Рубан, Рухан. Ну, все готовы. Извинись. Рухан не готов, еще один счет. Понятия не имею. Как на телефоне включать уже нравится. Рохан, ты тут? Еще раз. Все, надо, все готовы. Стартовать уже. Хера не буду. Ну, давай без диса потом. Все, что отдал? Или это не я, да? Кто дал? Я еще? Дал. Это похоже, табычка кельдейская. Я понял. Что тут может случиться? Ой, ладно. Вот. Ничего не может случиться. Просто может. Что-то может случиться, если он станчит на медведя, конечно.
Еру дайте. Просто может, блядь, случиться то, что, блядь, сейчас случится. Поставьте их ближе к центру. Шипы убиваем быстро. Ага, а подъебало зачем заходить? Вы чё, блядь? Я понял. Там это... Падайте, ну. Вы, ну, это, видимо, не удержали. Он развернулся и ёбнул. Я понимаю, там есть два разбойника, которые должны пока до наполнить, думать, что у вас. Да на рогах плохие какие-то. И их не дали. Сейчас я посмотрю, дали они их или не дали. Не нет, было на пол. Сказали, что Рохан забрал танка. Да похуй тот, кто забрал. Тут, блядь, он повернулся в рейд и убил нас сначала двоих человек, а потом нахуй остальную добротную часть рейда, все. Что может случиться в Гендейской? 25-ки, действительно. Ой, герни с меня. Да, хорошо, что вы... Как воду бы не делал, блядь, но... Блядь, да ну нахуй! Вы давайте, это вам не Гера. Соберитесь, блядь. Пельмени переварил, ё-моё! Ну, по-моему, Нуагр нормальное было все время. Не знаю, что он развернулся. Может, кто-то там вот прожал, скорее всего. Да, я на роге там прожал. Я на Омен весь бой смотрел. На Катрисе и агро было все время. Ну, потому что я дал на пул в него. Я считаю, что там виноват Биг Дэм. О, не Биг Дэм, а Синтек. Он начал по ДБМ полу играть, а надо ждать. Кстати, шкаф. Сумунь быстрее людей. В натуре. Я тоже считаю, что виноват Синтек. Можешь закинуть ГП на СМО. Я да. Я не в обиде, блин. Там, короче, Биг Дэму, походу, метеорит упал. Я не знаю. Да я тут. Я влетаю на бит. Игр бидер. А? Говорю, может быть, я на шапетку зайду? А тащи будет. Синтек. Мне сказали, что три танка вроде сказали здесь надо. Ну, правда, вот у вас танков много. А куда? Трое вместе с тобой. Надо танка одевать. У тебя нам шапешка. Или лучше шапешку. Ебать, шипачка. Какая? Я понял, почему люди не играют на паладинах. Потому что бафать надо постоянно.
Это пиздец, нажал, то ли нажал одну кнопку, то ли... Ну что, перехожу, нет. Одевай. Одевай там. Ладно. Да я вообще не понимаю, как ты на холипаде хилящий стандартный фрейм. Там невозможно. Через маусовер играет. Через маусовер хаячу. Страшно. Это страшно. Ты страшный человек. А чем на магии нету 2% меткости, прикинь. В смысле нету 2% меткости, там все было. Да у тебя 8% меткости. Куда так ты? Их и надо 8 в аркане, блин. Нет, 8? 11. Хуяли 11, там талант так дает. Я 3, еще 3. Второй талант. Того, 3 что... И я еще 3. Так ты там, смотри, там таланта аркан? На меткость, у тебя 6 меткости процентов и 3% салашка против. Ну, 8%. Вот, 8% надо, блин. Если ты играешь с талантом на... Сосредоточить. Все готово, давайте, счет даю. Погнали. Пускай им тыжат, наверное, ушатастик тогда. Давай ушатастик, без разницы, ну, просто не сдохните. На полного ушатастика давайте на звездочку. Уже поздно, блядь. Ну, просто огробли, держите, чтобы не сдох. Раз. Конечно же, я. Я на шипе. Bonestorm cast. Беги, малышка, беги! Или ты не хуй, блядь? Водящим. Бабочки же, по-моему, можно не водить, тут они это. Или нельзя. Надо. Bone Storm Cast. Подъебало босса выйти и из лужи выходить тоже. Да, сэр. Так точно, сэр. Шип наводящим. И кто там стоит? Bone Spike Cast. Победа.
Это у нас солял только. Пойдет, да? Вроде. Ребят, ну, топ-1 ХПС. Да, если у кого-то до не стоит, ролл кидайте. А что там упало? Даггер. Духом. Спина упала. С хостой при том. Грудь и кожа. Упал. Кому-то ботинки нужны эти? Да, да, да. Конечно. Ой, я конченый. Это база. А чё ты? Типа он тебе не нужен был? Или чё? Я перепутал, бля. Ты можешь сменить? Ну, скажи. Кому-то надо? Погнали. Я тупанул, бля. На свои руки. У меня правая рука лучше. Милишники. Ёбнут вас, нахуй. Ну, пиши, войду. Не поморщится, блядь. Пиздец, нахуй, 10 попыток этого ласт босса делать. Не 10, бля, 8, я хуй. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Лола, плюсанул, или там уже все, фул? Вроде фул. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, можно заменить пока посетить. А ну кто, Эршам или Элим? Не, Элим. Я на замене пока сижу. Сиди. Короче, я тогда пока с рейда выйду, чтобы квесты поделать. Если что, я в дискорде. Ладно. Угу. Если что, тебя тегнут. Хорошо, ну лучше голосом крикни. И тегни. Окей. Спасибо. Знаю, но я как эрдру могу место уступить, если кто-то из ДД будет. Да, у нас нету хила. Ну, нету, нету. Сиди, сиди. Был бы он хил. Да. Угу. А чё хули Пало дух дает? Ничего. Ничего. Реген, наверное. О, дебилы, блядь. Я же говорю, на помощнику не подходите, блядь. Это было... Рейда чисто. В этот раз вас это не касается, наверное. Даже Бидон успел нахуй в мире подойти. Привет. Мы старались. Ну, вообще молодцы. А ту речетка. Как же мы в сети? Неплохо. Что? Неплохо, хурюк. Да пойдет, что, бейте уже, так ее танчить не надо же, надо же трэш ловить. Трэш ловите, бейте. Че, запустили, блядь, босса? Фанатик. Ой, не, вот падайте нахуй, пизду, это сложно. По красоте чисто. Заебись. Вот кто запустил? Да это у меня бомж случайно. Спул Хантер.
Курил бомж. Поение все нормально. Ну и так вот, если на каждом боссе... Ну там, да, класс. Там это скиллхан. Мы, думаю, скиллхан. Быстро не пройдем это мгновение. Появился, понял. В натуре могли убить. А чё, умер тогда? Будет. Ну а, да, блядь, убить куда-то нахуй. Трэш, трэш вышел, а танки, блядь, не алё вообще. Нахуй куда им бежать и чё им собирать надо? Хуй было, справедливо. Уйбу, блядь. Ну вот как разговаривать, научишься на старославянском. Вообще, как научишься с людьми разговаривать, да? А тогда и приходи, ну. Что там, где за Нина? Шутка, брат, только не ливай. Только не из гильды. Да, только не из гильды, брат. Только не из гильды. Ну и вали нахуй, тебя никто тут держать не будет. Ладно, ливай. Смотри, это там у нас ушастик, короче. Ты трэш, когда выйдет, смотри, здесь выйдет один фанатик вот тут вот. А, тут выйдет два фанатика. Один в ромбике, второй в луне. Ты собираешь в ромбике фанатика. И забираешь в луне фанатика. И разворачиваешь их ебалом от рейд. Но приверженца, то есть мы его быстро убиваем. То есть его там, ну, не страшно, можешь его не таундить. Только фанатиком, главное, чтобы они не побежали в рейд, никого не поубивали. Кто там второй у нас был? Катрисия. Катрисе, ты, короче, будешь забирать. Вот здесь в кругляшке будет, кто фанатик. Давай, короче, ты будешь в кругляшке и в луне забирать Катрисе. А ты, короче, ушастик забирай в этом, в ромбике и в треугольничке. А варты, короче, вот здесь вот будет выходить два приверженца и один фанатик. Вот тебе надо вот с центра фанатика в квадратике забрать. Приверженцев тоже, по идее, ну, по-хорошему, тоже на себя загрузить. Ну, соответственно, чтобы они все в кучке стояли. И убиваем их так. Там сейчас со спины все выходит, пускай они тоже забирают со спины. Ну, блять, я фаст. Я могу с барабанов кидать на... Что там? Зато сразу на всех. При живом пале-то. Вроде всем дал. Шаманам вроде не дал. Романов не было, да. Блять, бигдэм, сука. Ну, давайте там это. Чё, трэш? А, тут чё, опять? Трэш, 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 собирайте, братцы. Ну, так не пойдёт. Чё, чё, стёбы какие-то? Танк, я же вам вроде сказал, кто кого собирает. Или чё? Ну, я вот стоял, луна. Ромбик. С другой стороны, вот. Вар, вар, вар. Рахан, Рахан, ты вот забираешь фанатика, который с квадратика выносит. Ты там Асол, соответственно, мы Фокс там и кто? Друид инвалид, вы контролите. Вы же помните, как это все делать. Все, пока никого, все, бейте, блядь, наконец-то страшно забрались. Сейчас будет трэш опять выходить. 2 секунды. И контроль через 4. Готовьтесь к контролю человека. Трэша фанатиков забираем. Приверженцев убиваем в первую очередь. В первую очередь приверженцев. Приверженец это черепочек. Контроль друида. Ага. Да я по слепкам. Трэш сейчас появится через 7 секунд. Контроль отдайте мне Фоксу, ага. Из лужи выходим. Давайте трэш контролем. Трэш, блядь, трэш убиваем нахрен контролем.
Сейчас трэш добить, можно гиро давать. Там 10% босса. Ага, ну 10 мана. Добивайте там приверженство, все, может давайте геро и ебашим все деньги босса. Ушастик в центр выведешь босса, там соответственно таун тебе типа дают. Где там он бегает, блять, в этом пере? Трэш больше не надо, да? Трэш, все, не будем больше трэш. Spirits. 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 Духи там взрываются, людей убивают. Spirits. Spirits. Ты не в силах противиться моей воле. Spirits. Spirits. Поспок сорвал, да и ладно, бля. На все воля господина. Бач, 30 кодов. Хорош. Ну, если у тебя там уже маг заряженный. Хорош, ты мог больше тут дать, если что. Ну, да. Тяжело давать. Ну, если не свич. Если свичится в трэш, то меньше трэш. Идем трэш. Тут камни лкашные, блядь. Вот лкашные, там почти все камни лкашные стоят уже. Там только в площадке лкашные. Ну, вот все, это единственное, по-моему, лкашные камни. Там еще, может, каких-то. Башки и... Ну, башка, ну что, стоп. Да конечно. Не, нормально 14к, ну да, думаю, ему больше дать. Больше должен давать. Чувствую себя, блядь, в каком-то шутере. Потому что у тебя на Е стоит ледяное копье, блядь. У меня на Е стоит кик вообще, сало. А, антимагия, точно, точно. Ну, я просто на ВАД бегаю, мне так удобно. Раз-раз, как слышно? Слышишь? Супер. А тут квест какой на этой неделе? Чумка. Чумка вроде. Чумка. Спасибо. А не синдрали? Ну, да, какой-то поставить, чтобы... Долго-много нормально прокать. Пушки занимайте. А, нехилые. Пал, что, штаны же, да, у все там, Т4. Штаны, штаны. Да, штаны. С этим. Ебаный босс тут, сука, хилит невозможно, здесь все забаганное нахуй. Ваши корабли. Все пришли, шкаф поставьте. Что, кто там в пушки полезет? Пушки забрали, да? Там кто у нас в одну пушку еще сидит? Ну давай там я влево. Рога, кто там стоит? Мельдарк, Синтек, ну все. Ты на прицеле. Ты на там корабле трэш бьешь.
Полетает. Кто будет летать? Ушатастик? Летать, да, ушатастик будешь летать. А... Ну, Катрисе, можешь в ДД спекнуться, варно, там корабле страшно уже справишься, я думаю. Ну и Рога. Бидон офиц. И Рога, да, Селджи будешь. Так, так у нас минус бидон, берем этого... Фокус Юхира. Ты тут? Да, заходить? Да, заходи. Сейчас. Бидон же хилер у вас. А, он ливает. Мы, если что, Вайда свечнем. Что там будет набил? А, ебать, восьмое место. Ебать он бич. Я вот седьмое место. А кого ты предлагаешь хила? На 100 ДПС передамажил, ебать. Шкаф поставьте. Где шкаф? Не знаю, где шкаф, надо у Азлока спрашивать. Так, бидона кик. О, у нас это... Рохан может. Да, у Рохан есть. Давай, давай, захила, заходи. Да зачем два КД вообще чай? Ну хотя конец КД. Че, с какого босса мы идем? Чет, кораблю, пока дойду, пока тут собираетесь. Корабли. Блять, только что, ну, вообще трешный там корабли вар должен был, конечно. Вара оскорбили, как в душу плюнули. Вар не танк. Да, а тебе тут что-то надо, Бигдэм? Ну, мне говорят, что Прист не хил, теперь Вар не танк. Ну все, но пошла плакать. Прист нет, Прист хил. Это... Таршам не хил. Саппорт. Они мало. И то все играбельные, Вар играбельные в танке. Просто Войт не любит Варов. А ну еще раз, у Манихи, пожалуйста, куда-то провалился. Он к ним предвзято относится. Один РЛ предвзято относился к Пристам, другой к Варам. Что ж такое? Да. Вообще, Войт топ-вар в мире, во всем мире, ебать. Типа, я считаю, Войду надо дать щит героический на вара. Чтобы танчить, там, не знаю, 100 тысяч, там, блядь, брони, там, не знаю, абсорб. Ну, а кого мне плюсик писать? Я в чат поспомню. Чат ЛФГ, давай. Щит, щит, не чит. Щит. О, щит. А еще, чтобы он сопротивление всем видам магии давал. Мне в холике или в ДЦшке? А кто светит? Себе... Фолики, давай. Да, да, в холике. Хорошо. Слышь, Абойт, я же самогон сказал, кто-то то. Ну, видели мы это видео, знаешь, блядь, слышали мы там про этих топ-варов. В мире. Ебать, я в трубе. Давайте как-то. Там оставайся. Блять, а куда у нас человек? Она еще не присунула. А, еще не присунула. Я отправила плюсики с Гэндальфа. С Гэндальфа, ну-ка, не вижу. Ты на Орду отправила? Поиск спутников 4. О! Это ж не Орда. Кто на нашем корабле танчит? Авелания, Авелания, спекнись в танк. Там он быстро в руках. Кто на Катрисе стоит? Он в танке? Да. Думал, в кота уже обратно. Он в коте, блядь. Не баламуть меня, нахуй. Я говорю, Авелания, что, в танке, блядь? Да он в танчит коте, это обычка. Не надо. Войт, а у тебя какая рука крутит? Самая быстрая, правая или левая? Короче, хотите делать, блядь, короче, не дохните. Все, короче, активируй. Тут все. Не, лидер. Ой, блядь, как дела, нахуй? Активируй. Мы только на кораблях. Ваня, ты где, блядь, я тебя не достаю. Че за хуйня? Тут, я хилю сижу. Блять, вот он корабли запустил, срать заходить. Ребят, я на корабле стою? Ведро под себя.
На корабле? Да, да, ты на корабле. Хорошо. Выл, они уже 60 тысяч хп, нормально. Да? Ну, уже сильный танк. Мощный танк уже. Все, мейн танк. У кого? Да, 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 конечно. А Вилани, смотри на него. Вы взгляните на него. 60к, нихуя, ебать, но это все танк. Мейн танк. Клеймота. Там кулак дает пушкам. По возможности. Сука, ебаный багнутый босс. Но я же вот стою, я кидаю джагу, она не достает просто до этих пидорасов, блядь. О, короче, Мэтфокс, друид инвалид, если чё, вы можете буйный рост кидать в пушку. Нажимаете на пушку, и буйный рост дает энергию. Можешь лететь уже забирать на родину. Я не знаю, как блядь, я так умею играть, блядь, типа. Учись, учись, брат. Да он не то, при чем тут учись, ведь он, сука, не достает, блядь. Он, ну, не достает, у него, блядь, половина нахуй раз. Он просто, блядь, в зоне действия, блядь. Ебана, там ты по левую сторону шипа, справа ты не достанешь, обойди. Да, там... да и вот где-то здесь еще место, да. Тебя вообще перелети на тот корабль. Не дрочись. Я не брал нахуй с ранец. Ну тогда отсюда хил. Тоже частица есть. Ну понятно. А там, когда таргет не видишь, частица иногда нет. Хотя оно вообще, кстати, странно работает. Ты хилит, ты не хилит. По-моему, всегда видишь. Ну, я сколько раз хилил, всегда хилило. Не, ну, если у нас будет таргет, там стена, то не будет хилить. Все достает охуенно. Чук. Блять, единственное, что тут эти. Еще эти летят. Ракеты. Ого. Что там ебашит уже? Можно улетать после этого клуба? Да, там можно улетать. Это уже что-то прошибает. Да, там уже, там уже 20. Все, улетаем? Да, улетает. Улетает, все. Там все улетают, и там улетает. Войт говорит, я, говорит, заебался, блядь, типа это, устал, пиздец, нахуй, сидит. Войт сегодня в хорошем настроении? Сидит в чат, наебывает. Да, блядь. Он не релит сегодня. Ты чё? Причём анонсами. Ну круто же тогда. Ой, да, просто с личом личные счёты. Опа, осколок. А вы быстро лича убили? Чё-то не видно осколка. Первого трая. Нет осколка. Вообще красавчики. И Синдру за 15 лунт, или за сколько, тоже с первого драйва вчера. Спасибо. Да, такая хуйня. Да, только до, да, только до этого сколько, 2 дня траили Синдру? Это так, избыток. Это не считается. Согласен. Это была подготовка. Войд, короче, меня не передамажишь на маге? Ну все, блядь, удаляй спик. И вперед холика собирать.
Здесь босса нахуй хилить нехуй просто опять. А можно касочку? ОШП, медарк. Касочку? Точно. Это же... Касочку это... тоже дайте. Это же я, блядь. Сижу, блядь, сижу тут. Ну, касочку, я сижу нахуй на анимации просто. Тут надо. Что, запустили этого пидора, нет? Нет. Там, ну, а кто танки у Шатастика и еще кто? Шатастик и Вилания, блядь, все. Больше некому там. Зачем дай мне такая еще каску. Погоди, мне пишут по поводу плаща. Перекиньте этому, наверное, Чирыклоке ГП, я ему отдам. Это ему надо. Ты уверен? Саня, дай ПДК каску. Я давал уже. Нету ПДК каски. Вот теперь где-то есть. Вот видишь, она на одного тебя только кинулась. Но у двоих она была. Где ты был, когда я кидал каску, я вот не знаю. На сурке там тоже. У вас там, магазин. Кстати, да, Энх не гильдейский. Вы шмот делите, вы с ним-то тоже это. Как-то ролл, не ролл. Без шмота. А что тут не гильдейский Энх забыл? Ну, он типа сразу пришел помочь, это с гильдии, я так понял, брат, он говорил вначале. Давайте, когда будем трэш бить, вы будете распределять, кому кинуть ЕП, там, какой забрать плащ. Я не знаю, что мы стоим, но на самом деле, прям что-то это. Снимай ДГП просто этот. Активируй босса. Там еще минуту будет активироваться только. Вот, все, ебать, отдавай ее Тимура. Только и Вилания 8 скинул. Ну, пусть ну. Тогда он заплачет за ГП, забирает, ебать. А если ладно, так, то по роллу? Нихуя. Все, ГП. Ебать вы, конечно, обоз механик. Я пук, если сейчас. Я буду как в чате мут кинуть, чтобы не видеть по хуйню, блядь, среди экрана. Добавь черный список. Ребята, а Гера Скола будет? Да. Спасибо. Давай, Войт, не забывай дамажить там, кнопки жать там, 1, 2, 3, не знаю. ШП. Молчу, хуёво, пишу, хуёво. Ой, выводы. Вы чё, вождя уже обидели, а? Вождя обидели, в натуре, вот бичи. Просто убил его стычки, блядь, чё, серьёзно, что? Ребята, кто у нас там? Да я дебил. Ты шмот танковский не одел. Я забыл снять эту, блядь, хуйню. Я понял. Я распекнулся обратно. Там это... Ну давай, кто там, хурюк, блядь, таунтит, наверное, боссом, блядь, чё. Вы чё, или так убьете нахуй, он не перебьёте. На туре, чё, не захилит? Там с БРФ нет, что ли? БР? А он в ДД шмоте, хули БР, блядь. Ага, понял.
Че, нет смысла бэрить, да? Нет. Не, он вагон, брат. Ну я думаю, чего так прошибаешь, чтоб пиздец. О, на пауке нет. Давай долго ногу легко кастить. О, Саня, тебя все-таки взяли магом, да? Там, там можно это сейчас таун дать, чтобы забрать эту урону крови. Вот сейчас. Но взяли, только маг уже 256, блин. И ему с целка уже нихуя не надо, блядь. Он с ним так здорово, блядь. Блок уже нет. Как дела, нахуй? А чё, блока нет уже? Чё, и объект уже не нужен. Ну, так, постой. Я не достаю, сука, до Мэтфокса. Чё за хуйня? Просто, блядь, мне, ну... Там стена посередине. Ебаные баганые боссы, блядь. Чисто не прохил, ай, блядь, чё игра зависла. Ну, блок нахуй ты мог нажать, какую жопу не прохил. Натуре. 2 секунды не хилил. 2 секунды не хилил, охуеть, блядь. Ты чё, на инсике, Саня? Я, да. Ты вон, спроси нахуй. Мэтт Фокса, Гэндальф, потом нахуй, 2 секунды не хилил, блядь. Ну, блядь, я сдох, меня не прохилили, 2 секунды не было захила. Так, я тебя точно передамажил. Чё там по урону, кстати, было? У мага 17 да. Почти. 17, да? 16-3. Угу. Нормально. Ну, он у Войда показывает сейчас 16-700. Итоговый. Войд бич. Ну? Да, да она не дамажит. Сейчас скину с ним ДПС. А ой, так-то 20-ку почти. Ну да, жмет. Сколько там общий был? 340 с чем-то. Да, класс. 340. Ой, тебе в личку ладно, пишут. Ладно, не переживай, еще научишься дамажить. Ты там разошелся, блядь. Я кому-то нарвались победа. Чё, кому будем ты 5 делать? Ой, да никому не будем пока что. Но если будем. Мне кажется, ну или хилам, или танком. Я тоже думаю, лучше либо хилам. ДЦ либо будет жесткий в 2Т5. Саску найти мейн ДЦ и победа. Я думаю, ну, там танки в обычке и так вытерпят. А вот не, ну... если апать ДДшников, смотри. ДДшники не будут. Войт. Боешка. Там, и типа, повреждёнка. Там вообще, блядь, мало ДПС. Нет, смотри. Теперь крайне. Ребят, поставьте, или, пожалуйста, метки на танков. Очень трудно в хилботе хилить без меточек.
Так там же скиллбокс. Поврежденка там сразу лежит. Танк. Вот, так, например, беда. Вот я на маге танчу. Блять, вы заебали спекаться обратно в ДД. Я говорю, ну спекнитесь, либо К-300, либо Вилани. Кто-то из вас во второго танка спекнитесь. Нахуй вы постоянно в ДД спеки залазите, блядь. Так просто, блядь, типа не определились, блядь, кто вообще танк, блядь, кто не... Ну, я же сказал, ушатастик. Я думал, блядь, что мне на кораблях только танчить. Ну, на кораблях вторым танком. Ну, типа, мне никто не говорил, блядь, что мейн танк, офф танк. На офф танк. Подожди, другой вопрос. Ну, я же сказал, говорю, спекнись, я же не говорил, блядь, спекнись обратно в ДД. Чем, типа, в танке? Нахуя да. Вы смысл? Нету, конечно. То есть у меня это 10. Да. А под ДД мы сможем просто некоторых боссов задушить ДПСом, да и все. Лучше печенька, звездочку танки. Равенин, если что, кидайте МК, просто я когда умираю, он спадает. Я не виноват, что я танчу. Да не умирай, заебал. На пыли. Дайте мне спекнуться, я... О, дайте мне ленточку. На СМУ ленточку. Да, всем нужна ленточка, рулим. Всем нужна ленточка. А у меня есть ленточка. Значит, мне. Значит, это не так работает. Так работает, брат. Гэндальфу дали. Ясно, ясно. Ясно. Прогнулся, прогнулся. Понятно, все, блядь. Плечи лежат в маленьком гномике здесь. Что она тебе делала? Подо мной лежал гномик, в нем плечи 200. Этот. Ладно, если... Короче, ебать, если пойдем за Т5, чур я первым лутаю. Нет. Да. Ты видел колодец света? Колодец света, ты видел? Ну, у меня так-то Т5. Ну, у нас как это сразу будет? Ну, давай кинем роу, бля. Знаешь, где пушка прошивается? Давай. Слышь, что, Гарри? Блядь, ну, ладно. Свободен. Короче, первым собираем... не люблю щиты, потом собираем синтеку. Гарри, знаешь, где пуговка пришивается? Вы оба не угадали. Первым собираем чигасу. Пуговка, знаешь, где пришивается? Без понятия. На лбу. Будешь губу застегивать там. Застегивать. А, не, ну если вы считаете, что надо ДДшником собирать 2Т5, то... Нет, в 2Т5, мне кажется, мало будет ДДшника дамажить. Там мало будет ДПС, там же, блядь, пиздец. А мало того, что его нерфят... Там он будет, блядь, он будет терять ДПС, мне кажется. Да, вы будете терять ДПС. Нет, но тут опять же надо смотреть, у кого есть энергия Т405. У кого нету. Можешь Вась. Открыть форум, тебе скажут, что там нет синергии, блядь, для ДД. Там на Х2 челы, блядь, 4, Т4, 3 ходят. Потому что оно больше дамажит, чем Т5, даже апнутые. Их палы тоже в 4, Т4 ходят, потому что у них абсорба дохуя, и вот это Т5 им тоже не сдалось. Не знаю, ретрикам там вообще похуй будет. Ну, ретрикам может быть, да. Вот. Там вторая приписка меняется на первую в Т5. Там одинаково будет. Да нет, типа аэродруг 4Т4 не ходит, ебать. Ну, нет, вообще ходит, потому что на данный момент, ебать, нету Т5. Вообще лучше Т5, потому что, ебать, и прока чаще травма будет, ебать, и еще там всякая хуйня. Там же это...
А у Е хил идет. Чупляем. Всем готовы, вроде там фокус только не готов. Каску шаман. Фокус, фокус. Так вы дайте баги мне какие-нибудь там, не знаю, каски, хуяски, ну чё так пулять? Так а чё ты молчишь, блядь, ты ждёшь, пока тебе бафнут? Вы же видите, у вас какие бафы есть. Я не вижу, нихуя. Ну, я бафну каски, я нахуй не вижу, нахуя нет, хули пауэра. А сидеть, блядь, отменять, не принимать готовность и ждать, пока нахуй тебе дадут баф, это, ну и молчать при этом, это хуйня полная. Ну ты рейд-лидер, ты не видишь баф. Вынесись. Нормально сказал баф. Может вынести две споры? Можно вынести, да, споры. А можно танка хоть одну? Была спора одна. Ладно, без спора играем. Ну, без спора играем. Герова дадим? Тоже можно, да. Извиняюсь. Что такое ваша гера? Что это? Не понимаю, с чем она идет. Ты такой гера пула, да? А гера, выйди погуляй. Со спорами выбегаете, он там ромбик стоит со спорой, кто там? Да похуй ему вообще. Как Фокс, ёбаный пидор. Мэтт Фокс, это ромбик. Ну уже на месте. А что у Мэтт Фокса? Ну, он стоит просто. Челик там. Первый раз на боссе. Ну да. На освоение пришли, блядь. Чисто гильдейский рейд, хули тут идти-то, блядь. Все знают же. Нет, не все. Я дальше профа вообще. Даже на профи не буду. Я устал плевать. Я устал. Иду на дно. Надо. Смотреть. Что-то там про кино, короче, песня какая-то. Вот там со споркой, ага, вот одну выноси, там все, красавчик просто. Лучший. Что там, ветка и гнев, да, через 10 секунд. Надо будет, короче, дать незыбку. И, наверное, да, мне надо будет нажать массакру, да? Я нажимаю массакру, нажимаю бабу. Вот они все бичи, кто сферы не ловил, блядь. Конечно, круто придумал незыбку без ГДК. Там можно босса уже, кстати, забрать, и Вилани, забирай босса. Вилани, босса забирай, блядь. Он сейчас взорвется нахуй, все, блядь. Можно больше не сбегать. Вилани, забери босса, блять. Ну что вы делаете? Ну в чем проблема? Блядь, на нем босс. Я ничего не забирал. Нахуя ты переагрил его? Еще какое-то время. Я его забрал, и он был на бы на себе потом. Так надо забирать перед веткой. Таунт я вообще не вижу ни разу. Перед веткой не забирал эти босс. Или во время вообще похуй. Ну, блять, когда 8 стаков, то, а не когда уже на мон 9. Фантастик ваншот. Хотя бы даже 7-6 можно забирать там. Что там есть? Ну, клаш. Нет, я нихуя не понял. Какой-нибудь из танков умеет водить слизней? Я умею. Ты умеешь? Хорош. Да. Что там, кстати, по ДПС всем так надамажил? Блять, я что-то мискликнул, нажал в этом ебаном лучше. Интек, почетные 13, 14. 14. Ну ладно, пойдет. Че, синтекс, сейчас стрелы нормально прокуют? Часто, да? Да нет, блять. Суки. Я там присаживаюсь, но просто... Я не прокает, блядь. У меня уже долгоноб, блядь, 10 стаков нахуй. А она все еще не прокает. Я такой, не ебаный, блядь. Да, можешь вообще не заморачиваться с отслеживанием долгоног. Это не тот класс, на котором он надо отслеживать. Ну, не знаю. Типа, если вот я даю 4 вспышки и чердейские стрелы, прям да, вот хорошо заходит. Не заморачивайся, тебе говорю. Просто, да, игры там пассивные. Вот этот прок 800, его нет смысла.